Этнографічную залу открыли у Славгородском районе историко-краязнаўчым музеі. Экспонаты в музей приносили мясцовые жыхары, а этнографы по крупинках збирали материалы у этнографічную скарбонку падчас фольклорных экспедиций. У новой этнозале побывала наша здымачная группа. Вось так с песнями да смачными стравами сустракали гостей свята. Этнозалу тематично поделили на несколько часток. Головные этнографичные экспонаты находятся у жаночым и мужчинским рыштунках и передают особливости побыту даўніны. Ткацтва, выраб ниток, жлуктине бялізны, жлуктине это стирка бялізны, вось, и догляд детей. Мужской угол представлен, в основном такие ремесла, как кузнечество, некоторые наручные работы, далее деревообработка. Вот интересные экспонаты, два это роевня. Недавно мы нашли деревню, у нас есть такая деревня Безуевичи. А для чего вот это? Это роевня, такое приспособление для ловли пчел. У музея экспонаты перейшли от мясцовых жыхароў, калісьці гэтыя рэчы были незаменимыми у повседневном побыте. Теперь их функции иншие, яны дапамагаюць памятать. Я берегу работы моей мамы. Я помню свое детство, которое всю зиму она каждый вечер вышивала, вышивала, вышивала. И поэтому, конечно, чтобы память, я оставила несколько работ себе, но более десятка работ я принесла в музей. Сегодня майстры спрабуюць узнавіць узоры, якія упрыгожвалі рушники, фіранкі, деньги, передать мастерство нашчадкам и таким чином заховать спадчину. Жыхарам Славгородчыны работники музея пропонуют зазирнуть на свои гарышчы и у бабулины скрыни, где напэўна заховывается множество цікавых рэчаў. Яны могут стать музейными экспонатами. Алена Салаўёва, Александр Тарасов, Навіны Регіён.